Всем привет! Недавно в Пинтересте я увидела идею создания бетонной мини-чаши, которая используется как настольный камин. На нем можно, например, пожарить маршмеллоу или просто использовать для создания уютной домашней обстановки холодным вечером. Эта идея мне понравилась, и я решила воплотить ее в жизнь. Вы все увидите в этом видео. Желаю вам приятного просмотра. Для создания бетонной чаши вам понадобится подходящая тара на ваш вкус. Я приобрела в магазине вот такой контейнер. Мне показалось, что форма интересная, лаконичная, мне подходит. Чаше нужно будет сделать отверстие. Я использовала вот такой стаканчик. Обычный одноразовый пластиковый стаканчик. Вытащить стаканчик не представляет особого труда, но вытаскивается очень легко. В магазине я нашла вот такие стаканчики из нержавейки. Это магазин все для охотников, для рыбалки. Вот он будет так вкладываться сюда. Вам понадобится еще биотопливо для камина, аромат домашний очаг,